Ребят, ну сделать такой снимок, это что-то нереальное, конечно. Есть. Ух ты, мы даже троих зафигачили. Нифига себе. Вот это выстрел был. Двумя выстрелами трех оленей. Ух ты, сколько оленей-то пасется здесь, а? Че, пропитание не можете зимой найти, да? Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Lord Voodoo, мы играем GTA 5, и сегодня, в этот зимний прекрасный денек, ведь и снежинки сыплятся, мы отправимся Тревором на охоту, поохотиться зимой. Конечно, зимой охотиться нельзя, но наш Тревор пойдет. Так, используйте манок на Гэй. Ну что, Тревор, ты готов охотиться? Маноксу нажимай. Во. Кого-то уже приманили. Или кто-то убежал. О, ничего себе мы наприманивали-то. Так, Тревор охотник. А может мы будем охотиться не с ружьем, а, например, с фотоаппаратом? Тоже прикольная вещь. Клетусу будем отправлять снимки с фотоаппаратом. Нам же сюда прислал Клетус, чтобы мы ему... Ну-ка, давайте попробуем. Фотоаппарат. У нас такая гуманная будет охота. Оба волки. Клетус. Тебе понравится? Что он скажет сейчас? Сейчас скажет, ты его не убил. Что-то не видно, не особо, да? Парочку оленей хочу сделать подарок даме. А убивать кто будет? Блин, убивать все-таки надо, а? Оба. Блин, не хотел убивать. Ну, Клетус требует снимок, чтобы ты был мертвый. Мы ж не можем ему отказать, что ж поделаешь. Зимняя охота требует жертв. Мы ему в ухо попали. Прикольно. Очень прикольно. Клетус обрадуется. Так, Клетус, держи. Сколько ты мне заплатишь за эту жертву? 50... Господи, это что-то не так. У тебя посмотрел, похвала за ушей, не центом больше. Попадание в голову 5. Зашибись. Да сколько мне наубивать надо этих жертв бедных оленей, чтобы получить золото? Свесь тюльку. Опа. Олень. Number two. Так, подойдем поближе. Зафоткаем. Тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Олень, олень, олень. Оленюшка ты мой. Блин, жалко животину-то гробить, а. Кто придумал эту игрушку? Клетус. Жи. Кабанчик. Так, а кабанчик ему не нужен случайно? По-моему, красивый тушкан. Давай. Клетус, забирай. Охотник Тревор поймал кабанчика. Нормально, только добычи у нас пока нет. Тревор, $50 это самое большое, что могу вложить. 3 очка за убийство кабана. Что-то не очень густо. Не заплатили. Мальчик. Олень. Есть. Есть олень. Он нас не заметил, и мы его невзначай убили. Бывает же. Койота из дробовика надо. Еще пару снимков олених надо. Ну, сейчас сделаем, что? Сделаем. Так. Клетус. Держи. Койота из дробовика. Но это он, блин, конечно, сильно много. Он уже много за него не заплатит. 50 баксов. Так, а дробовик это у нас вот это, да? Из дробовика. Блин, это страшно подпускать-то так близко койотов к себе. Он прям на дороге ходил, олень. Это он погорячился. Так, вот здесь что-то хорошенькое должно быть.
стопудово что-то тут есть. Животных должно быть на снегу хорошо видно, но что-то никого не видно. Она повыше может залезть. Что-то мы внизу холмика лазим. Конечно, мы ничего не увидим. Давай, беги и свисти. Не можешь так, да? Надо остановиться, чтобы посвистеть, а? Свистюлькин. Тут как будто кто-то ходит вот здесь, вот прям рядышком. Койот какой-нибудь. Мы же спор затеяли с Клетусом. Вот он. Ха, есть! Мастер оружия. Уровень испытания пройден. А ты-то думал. Так сейчас еще и оленик сфотографируем. Вообще зашибись будет. Клетус. Ну, держите подтверждение, что храбрый наш Тревор поймал. Ты просто психопат. Ну, наверное, ведь у тебя не хватит духу переехать кабана. А? Плюс твои три. Переехать три. Блин, серебро мы только пока что взяли. Так, а кабана мы просто убили. Нам надо его переехать теперь. Так, говоришь, кабанчика тебе задавить. Сейчас я тут видел кабанчика где-то. Вот он. Кабанидзе! Черт! Блин, он ушел куда-то. Лови кабанчика, по дорожке пошел. По дорожке кабанчика ловим. Yes. Мастер оружия. Уровень испытания 2 пройден. Золотая охота. Зашибись. Золотую медальку мы взяли. Еще уровень испытания ему нужно, короче, чтобы я двух оленей где-то нашел и убил одним выстрелом там или как. Как-то так он говорил. Но это будет сложнее намного. Я даже не знаю, тут уже давно хожу. Ну-ка, что сейчас, наверное, третье испытание, четвертое скажет. Ты больной, я, наверное, тоже. Только больному придет в голову идея взорвать кигуара. Сдюш, я за комбайчик дам 25 долларов. Ты офигел, что ли? Как я тебя буду взрывать, это дело? Оба-на. Прям возле трейлера ходили. Это мой трейлер, я здесь оружие храню. Я ищу оленей. Ладно, беги, беги, беги. Кыса. Так тебе надо взорвать. Блин, метился в одну кысу, попал в другую. Есть. Завалил кыску. Неужели он за нее заплатит, за эту разорванную кыску? Ну-ка, а вторую подорванную кыску? Папаня, мне стало, говорит, не загоняй в угол того, кто сильнее тебя. Как насчет 3 баксов? Убит кагуар. Так, а тут кто у нас завален? Что так взрывали? Так, иди, 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 проваливай. Так, кыса. И еще одна кыса. Нифига, мы пока гнались, короче, за этим, за одной кысой, мы еще двух подзорвали. Вот вам двойной снимок. Так, надо ему теперь парочку найти. Чтобы два оленя лежали рядом. Так, говорит Клитос, птичку подбей. Слабо типа мне будет. Утка. Оба! Все, готова птичка. Клетус говорил, что мне слабо. Вот тебе и не слабо. Чуть не пойму, а где птичка-то? Исчезла? Не вижу птичку. Где-то тут якобы. Ну как Летус, забирай свою птичку. Говорил, что мне слабо птичку подбить.
Убитая птичка, 5 очков. Хрюкающий кабанчик. Беги, беги отсюда. Я ищу оленей. Только попробуй, не скажи, Клетус, что это не две цели рядом. Вот два тушка. На мини-карте тоже показано, что две тушки рядом. Фух, усилия даром не прошли. Так. Повешу себя над кроватью. Можешь заодно сфотографировать дохлого кабана рядом с койотом. А за снимок дан $125. Нифига себе. Кабана рядом с койотом. Вы представляете, друзья? Ладно, кабанов-то я находил, это ладно. Ну, койотом. Блин, а где я ему койота-то найду? Так, олень, беги отсюда. Беги, пока я тебя не оседлал. И ты беги тоже. Так, повесь тут себя над кроватью. Блин. У него каждая задача все сложнее и сложнее. Во, кабана вижу. Кабана рядом с койотом. Так, надо теперь койота сюда заманить. Так, надо приманить, может, приманкой на оленей. Койоты, идите сюда. Так, олень пришел. Не, мне нужен койот. Крыса бежит. Нет, крыса это не то. Так, койот нужен, койот. Чё, друган, нюхнул? Так. Кабанчик лежит. Блин, его не видно в кустах будет, я боюсь. Давай. Куда он себе повесит этот снимок, Клетус? Блин, кабан большой. А этот в кустах. Ну ничего. Что-нибудь должно получиться по-любому. Что он ответит сейчас? Блин, все-таки самое сложное было это двух оленей рядом найти. Но я нашел. Поставляю на скринсейвер. Но я подумал кое-что поинтереснее. Как насчет снимка с дохлым оленем и живым кагуаром, а? Чисто поржать. Так, $85 за отличную работу. Так, дохлый олень нужен и кагуар живой. Так, ну оленя дохлого это не проблема сделать. Так, так это девочка, нет. Девочку не надо. Вот, блин, койота сфотографировать, это было бы легко. Рядом с трупом. Вот, пробегают постоянно. Или оленя живого на фоне трупа, блин. Ну, этого кагуара сфоткать с трупом оленины как-то, оно не получится, наверное. Что ж, дорогие друзья, итак, мы постреляли очень много животных. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Я понимаю, серия была очень жесткая. Ух ты, блин. Блин, он здесь. Осталось... Блин, хотел попрощаться уже, и потом понял, что... Блин, а как бы его в другую сторону заставить бежать? С живым, если... Ну-ка, с живым оленем. Не, ну такой он снимок не примет. Олень-то должен быть дохлый. По-моему, это что-то невозможное он требует от нас. Ребят, ну сделать такой снимок, это что-то нереальное, конечно. Давайте закончим на этом нашу охоту. Давайте закончим на этом нашу охоту. Итак, мы славно поохотились, завоевали себе золотишко за охоту. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем пока. До новых встреч. Если ты не хейтер, чмого лайк поставь и подпишись, и все будет зашибись. Уважаю я людей, добавляю всех друзей, добавляйся ко мне ты, воплощай свои мечты. Перестанешь ты болеть, сможешь быстро повзрослеть, врагов быстро одолеть и по жизни преуспеть. Я играю в GTA, пишу видео, друзья, моды ТГЧ онлайн, все покажет мой канал, ты давно его искал, зря не жизни прожигал. Буду Айронхаст с тобой, делюсь тайной игровой, ты зазря не пропадай, всему миру ты задай. Удивляйся, улыбайся, GTA ты наслаждайся, удовольствий не лишайся, в стороне не оставайся.